Всем здравствуйте. Всем привет. Всем пока-пока, говорит. Какие разные. Это у меня голубой, у тебя зеленоватый, да? Угу. А телефон одинаковый совершенно, ага. Да? Вот. Что? Здравствуйте, девочки. Не будем долго разглагольствовать. Скажем о том, что у нас пришла новая коллекция полупрозрачных цветов. То, что вам хотела, кстати, достать вышки, Луиз, возьмите, пожалуйста. Какие флешки? Вышки. А, вышки. То, да. Что вам уже полюбилось, спросили очень. Так, сейчас я вам покажу. Вот эти полупрозрачные цвета для создания таких мраморных ногтей, красивого френча. То есть такие полупрозрачные цвета. И теперь у нас пришли уже цветные. Тоже полупрозрачные вайлеты. Смотрим. Начинаем с начала. V01. Если хотите сделать более плотный цвет, выкладываем, украсим в 2 слоя. Если хотите оставить эту полупрозрачность, в 1 тоненький слой. Луис, видно там? Да. Так, это у нас такой светло-светло-розовый цвет. Даем выровняться немножко, переворачиваем. Не выровнялся, да, еще? Еще вот здесь вот накосячил, рукой задел. Извиняюсь. Я у себя махать не смогу, девчонки, извините. Мы вышли с 2 Инстаграм, 2 аккаунтов. Привет. Здравствуйте. Нет, не машется, а мешает. В перископе вы уже не показываете? Ох, нам еще нужно несколько телефонов, чтобы в перископе и в Инстаграм, и везде-везде выходить. Так, V02. Более... такой насыщенный розовый цвет. Блин, что у меня тут на типчике волосюшка. Я тут все шатаю, да, Луис? Ничего. Пытаюсь залазить между телефонами. Угу. Я держу. Как обычно, из глаз у меня торчат 2 телефона. Привет, Юль. Я тут через них заглядываю. Кутумова, Юля? Нет, Юля Арсентьева. Здравствуйте, Юля. Я опять забыла протереть типс, походу. Сдуть его надо. Надо все сдуть. Это я подготовила. Ну, зашлифовала, короче, их. И нету. Полупрозрачный, напоминаю, девчонки, цвета. Весенние, пастельные, очень да, красивые. Создание фарфорового эффекта. Так, даем выровняться. Так, следующий у нас V05. Вы как художник, если видите, обзывайте их как-нибудь красиво. Ну, их обозвать тяжело, потому что цвет такой плохо читабелен. Светло-розовый персиковый. Это волшебный какой-то пинок, чтобы красила дальше. Прости, никак не сяду. Так, да, такой разбеленный персиковый цвет сейчас пошел. И очень красиво смотрится тоже вот такой, знаете, персиковый фарфоровый эффект, но разбеленного персика тоже. На любителя. Это, девочки, именно серия В. Полупрозрачные цвета. Если, я говорю еще раз, хотите плотность, делаем в 2 слоя. И если хотите оставить прозрачность и легкость этих цветов, да. Оставляем. Вуальность. Оно и называется, в общем-то, да? Угу. Вуаль. Так, следующий. Ой, я лампу так далеко поставила. V6. Первый и второй более холодные, да, а пятый более теплый получается. Ну да. Это какой цвет у нас? V6. V6 тоже должен быть. С теплиночкой. Да, такой, тепленький. Mm-hmm.
Это для любителей сейчас полупрозрачных оттенков на ногтях. Легкости, натуральности. Луиза запуталась в очках. Ой, помогите же уже, что ли. Так, следующий у нас будет цвет 17-й. У нас еще надо, знаете, третий телефон, чтобы снимать нас, как мы это все снимаем. Нет, 47-й, я бы так сказала. Телефон. А, чтобы снимать чтобы нас, еще да. В Инстаграм. Здравствуйте, девчоночки, всем не машу, извините. Чтобы потому, перископ. Что там... Это у нас такой уже розовый, более насыщенный. Розовый. Да, давно ждали у нас девочки эти полупрозрачные цвета. Долго они к нам шли. Очень вот полюбили, да, вот их, вот эти вешечки? Да, да, вешечки прям на ура идут. Камуфлирующие, во-первых, когда пришли, они прям для френча шикарные. Ну, а сейчас да. К весне вот это просто бомбош. Знаешь, помимо френча, это, я говорю, красиво очень смотрится вообще на ногтях. Такой красивый, обязательно глубокий переворачиваем, парфор. Даем немножко выровняться цвету. Не могу... Этот. Тяжело красить, и мне вообще, не получается выкрасить. Натуральность во всем, даже палитры, все ведущие дома моды теней выпустили в пастельных оттенках. Так, переворачиваем немножечко, даем. Нам необходим твой взгляд. Взгляд с точки зрения визажа. Это мои вообще любимые цвета. Да, Гаяш, всегда такие, да, носишь ты, любишь. Это уже сиреневый. Ну, достаточно посмотреть. Даже на всех ведущих наших артистов все сняли с себя яркие смоки, носят такие пастельные, мягкие оттенки. Практически нет теней. А если они есть, они такие легкие-легкие. Ну, и в ногтях то же самое. Ну, да, потому что мода развивается во всех отношениях, да, не только визаж. Макияж, ну и, естественно, это одежда, ногти, все-все-все. В18-й. Что касается цвета и формы. Я втихаря снимаю за кулисье, потом выложу. Так, как это происходит? Ну что мы не причепурились? В19-й. Так в моде же натуральность. Вот это ведро тоже мусорное тут. Конечно. Пойду губы сдувать тогда. Угу. Настюх недавно сделала, теперь сдувать. Угу. Ну, мать, что ну, это? Такие капризы. Нет, моде натуральные по цвету. По цвету пока натуральные. Не про объем. Да, потому что Гаяне сама любитель объемов. Переворачиваем, выравниваем цвет. Так, 18-й. Ох, у меня тут уже место в лампе. Всего их у нас пришло 13 цветов. 13 новых вайлетов. Смотрите, Violet. Я вам пока она открывает, а почему? Покажу, как смотрите, сидит Анастасия. У меня... Настя. Между лампами. Вот, видите? Вот так вот сидит Анастасия. И через телефон Настя, пытаюсь... помаши ресничками. Тебя снимают. Скрытая камера. Да-да-да. Так, ну вернемся к цвету. Вот этот сиреневый же, более холодный цвет. Там был сиреневый такой, более теплый. Этот холодновастенький. Так. Выравниваю, переворачиваю ноготок. Типсик, вернее. Так, а если там это... Я пока переворачиваю, мне уже стекает. Ну да, да. Так, в... Ну, хочется просто показать и, знаете, не зацикливать. И не задерживать много времени, да, да. У людей, не занимать. Чтобы все просто увидели цвета, выкраску и все уже. И уже мы вот сегодня только... получили, но загрузили новиночки на сайт уже вчера, и у нас уже вчера начали покупать эти новинки. И, видимо, те, кто постоянные наши покупатели, следят за новинками и покупают полную нашу палитру. То есть пришла новинка там, последняя у нас Cat, да, 9D приходили. Cat, ну, кошачий глаз. Все скупили.
Так, это у нас... Здравствуйте, здравствуйте. Голубой. Наши любимые очень, девочки. Очень-очень-очень светло-голубой. Ой, тут не хорошо. Там у нас Лена, тут хоровку я не сделала. Плохо видно мне из-под приборов. В27, более насыщенный голубой. Похож на наш любимый, знаете, какой, сейчас скажу. Десятый. Десятый, да. Но десятый – это плотный однослойник, а здесь у нас прозрачный, легкий такой цвет. Тоже по тону, да, похожи они? Цвет вуали, да-да-да. Такой необычный цвет у него, вот этого десятого, его прям... И, скажем так, структура фарфора. А, ты про десятый, да, говоришь? И вот это, под тон, да, тоже такое же у него, да, тоже, да, красивый. Очень красивый. Переворачиваем. Давно, ой, Луиза, вы для начинающих уроки не давали. Да, девчонки, уже и что-то прям вот с уроками пока никак. В30. Но все же я думаю, что нам с вами стоит уже опять выходить в прямые эфиры и опять давать такие же классненькие уроки. Как вы на это смотрите, девчонки? Мне кажется, можно. Ты думаешь? Я, да. Видите, хотят же нас видеть. Ну, скажите же. Ну, если скажите же, что вы по нам скучали. Мне кажется, по нам очень соскучились. Вон меня сердечки вон затыкают. Я просто вот, видите, я же это родила, а тут у меня еще зима, я катаюсь. Живу себе в удовольствии. Пилю клиентов. Юля пишет, конечно, всегда вас ждем. Спасибо вам большое, девчонки. А вот это у нас похож на 222. Он немножечко светлее и опять же полупрозрачный. Это В30. Да-да-да, хотим. Спасибо, девчонки. Вижу, Иришка, что вы пишете. Привет. Спасибо за сердечки. Всем здравствуйте. А вот Иришка такое вышла. Вот. Иришка вышла. Скучаем, пишет Оля. Простите. А скоро, говорит, дела сердечные. Надо сердце рисовать. А я сегодня села рисовать. Сегодня как не дорисую. Мастер-класс, кстати. Весь день пытаюсь. Сердца, ну, что ли? Да. Я думаю, что ты тут... Что ты тут... Гельмаки нюхаешь. Ковыряешься, ходит, заблизывается. Она устала, трется. Достану типс, потру, возьму кисточку, пойду опять вдохновение искать. Похожу, попрошу. Чай, кофе, титуту, да? Да-да-да. Ой, типс не за этот... Ну ладно, потом накрасим, а потом я его спилю. Это мы так с утра ждали лаки. О, мы чуть с ума не сошли. Нам их вчера сначала обещали привезти. Ну, вообще на ту неделю. Сегодня еще, утром, и в результате мы их вот дождались прям пару часов назад. Но еще, сейчас еще все... наклеечки на типсы нам должны прийти. Пока их нет, вот мы обошлись кругляшками с бутылочек. Голь на выдумку хитра. В33. Голь на выдумку хитра, точно. Ну, такие вкусные гель-лаки, просто уже не хочется ждать, уже прям, я не знаю, мы уже устали ждать, и так хочется похвастаться, выйти этими новыми цветами. Прям да. Вот так и веет весной. Готовь сани с лета, как говорится, да? Совершенно верно. Все новинки, все самое трендовое, оно обычно появляется у нас так, сезон до, как бы, да? Вот сейчас зимний сезон, появились уже новинки к весне. Но, тем не менее, знаете, очень много вот таких любителей натуральных, вот как у нас Гаяна, которые носят вот эти оттенки, она круглый год, неважно, зима, лето, пусть это будет осень, когда мы носим такие более мрачные цвета. Есть любители вот такого натурального нюда. Здесь ну и любители цветные. Следовать, в общем-то, актуальным тенденциям, да, моды. Вот, сейчас у меня немножко досохнет, я вам покажу наши 13 красавчиков. Дубровская уже спиперила все домой. Уже спиперила? Конечно. Блин. Пока вообще моргать нельзя, пока слушай. Вы не видели, пока вы только отвернулись. Лизочка, милая, ты выздоравливаешь, голос прям пивуньи. Да, я уже, видишь. Ой-ой-ой, простите. Скоро буду проситься в оперный театр. В оперный театр. Голос вообще никакой, тут вообще... Ну да ладно.
делов-то, поболел и выздоровел. Ой-ой-ой. Так. Сюда вот выставляю. Надеюсь, просохло у меня там. Я ничего не мазала. Да-да-да. Не по порядку, девочки, ладно? Буду вот как-то так сейчас разложу. Ну, не знаем мы, как. Понравится нам не по порядку. Мы люди порядочные. Нам по порядку надо. Дубровская там без топа выгибается, чтобы не словить меха на типсе без топа. Надо было снимать, мне как кажется, она это делает. Это самое было интересное, между прочим. Командный так. Президентский голос. Сейчас я телефон сниму. И хочу, знаете что, вот эти вешечки все-таки достать. Это 4 цвета, которые у нас были вот до. Френчевые. Я хочу снять телефон. Нежности у нас, да. Вот, можно готовим я? Свои, как Настя говорит, сани. Пошатаю, извините меня, пожалуйста. Нет, это гель-лаки. Это полупрозрачные гель-лаки, вуаль. Смотрятся симпатичненько, как фарфорчик. Нежнятинка, да, прям вкусненькие очень. Вот так, эти вот Анастасия 4 цвета у нас их сожрали. Просто все их полюбили, и поэтому просили такие же полупрозрачные в цветовом исполнении. Вот, пожалуйста, да. Так что по ним новая были коллекция вуалей. Вуаль. Здравствуйте, привет, 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 привет. Всем привет. О, привет. На себя переключила. Такая красота. Все доступно уже на сайте к заказам. Все готово. Можете переходить на сайт artnile@su. Анастасия, нам сюда, пожалуйста. Ой, что такое? Взорвали, пожалуйста. Салют! Так, всем пока-пока, девочки. Хорошего настроения. Всех люблю, целую. Пух, как обычно. Так, завершить. Все, пока-пока. Завершить.